Метод Airflow – это воздушно-абразивный метод очищения поверхности зубов от мягкого и пигментированного зубного налета. Суть его метода заключается в том, что при помощи пескоструйного аппарата и мелкодисперсного порошка под большим давлением напор водички, порошок и струя воздуха очень тщательно очищается поверхность зубов от пигментированного мягкого налета. Также в этот момент и активно происходит полировка зубов. Порошки бывают разные. Бывают порошки с содержанием бикарбоната натрия, соды, или порошки с содержанием кальция, и также есть еще порошки с глицином. Мы используем порошки на основе содержания кальция и глицина, так как они имеют малую абразивность и очень хорошо полируют поверхность эмали зубов. Процедура Airflow в среднем проводится от 10 до 15 минут, но это тоже сугубо индивидуально, у кого-то может чуть побольше, у кого-то побыстрее. Процедура довольно-таки комфортная и безболезненная. Процедура Airflow проводится как отдельно процедурой, так и в комплексе вместе с использованием ультразвуковых методов. Также после проведения процедуры Airflow мы проверяем качество очищения поверхности зубов при помощи использования стоматологического микроскопа и убеждаемся в тщательности проведенной процедуры.